Американцы, немцы, русские – самое настоящее интернациональное сражение. Кругом флаги, обмундирование и свист пуль. Точнее, пулик. Участники регионального фестиваля по страйкболу впервые в этом году официально открыли сезон. Общее количество играющих может достигать нескольких тысяч человек. Для создания антуража на большие игры может привлекаться даже серьезная техника – грузовики, БТРы, водный транспорт, танки и авиация. Место оговаривается заранее и согласовывается с местными властями. У нас одна из самых молодых команд, называется она «Булат», образовалась 22 ноября прошлого года. Эти бравые ребята представляют Рязань. В обычной жизни они спецы совершенно в другом. На игре они забывают про настоящие имена и профессии и становятся участниками захватывающего действа. Как таковой сезонности нет, поэтому играем и зимой, и осенью, и весной, и летом. Ни жара, ни снег по колено. Не волнует, в общем-то. Обычно оно происходит по обговоренному сценарию. Это может быть освобождение заложников, захват флага у противника, воссоздание настоящего боя, когда-то происходившего в истории, и многое другое, на что хватит фантазии. Каждая команда изучает полученную карту. Плохиши могут хранить товар где угодно, полиция только у себя на складе. Некоторые условия на совести игроков. Взятый в плен может быть допрошен, каждая команда назначает палача. Проиграл ему в карты, обязан ответить на три вопроса. Выиграл, значит, умер под пытками. Добро пожаловать в мертвяк. А главное, в один голос говорят команды, мы на фестивалях и играх не пьем. И это вовсе не условие, а скорее жизненная позиция. Одним словом, воздух, солнце, азарт и единомышленники. Что может быть полезнее?